Во Франции, в провинции Бретань, жандармы разгоняли уже коренных жителей страны. Очередную акцию провели доведенные до отчаяния местные фермеры. Они прикрыли тракторами автотрассу и стали жечь покрышки, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам. Рекордно низкие закупочные цены на сельхозпродукцию, вызванные в том числе российскими контрсанкциями, поставили на грань разорения тысячи хозяйств.